О, валуны. Интересно, там снизу кто-нибудь есть? Я могу эти валуны на кого? Точно, смотри, вон там стоят чуваки. Так, надо, короче, скинуть один валун. Сейчас. Аккуратненько, так надо скинуть сразу их два. Один катится. Кажется, он... Ну-ка. Вау, роскошно. Убил двух хрюнделей. Ништяк. Забираем, значит, это все дело. Дубиночки. Рога есть? Вот они, рога. Ништяк. Как же это прекрасно, когда ты можешь с умом кого-нибудь завалить. Смотри, какие деревянные штуки. Такое ощущение, что это мишени, и в них можно пострелять. Ну, давай попробуем. Так. В глаз. Вот это. Попадем, не попадем. О, ништяк. В дерево втыкается стрела. Это здорово. Я там кого-то увидел? Ух ты, сооружение какое-то, слушай. Гоблин. Ух, сколько гоблинов. Так, тихо. Не нужно, чтобы нас палили. Попробуем. Они там буга-вуга танцуют. Да не прыгай ты, не тряси своим холодцом. О, все, успокоились. Так, значит, попадаем в голову. Ага. Одного оглушили. Получай. Че, запалили меня, да? Есть. Оу, это кто в меня стрельнул? Это че, а, он в меня вметнул свою булаву эту здоровую. Отошел от меня вон. Нифига себе, у него лук, оказывается, есть. Это он не булавой стреляет. А с лука забираем стрелу. А, погоди, это их лагерь. Смотри, там он еще один. Опа, успел спрятаться. Надо стрелы забирать. Оставим нашу булаву. Главное, чтобы нас не подстрелили. Так, готов. Бежим снимать этого. Хитрец. Думал, меня проведешь, да? Давай. Залази. Вот так вот. Тебя. Наконец-то. Нифига себе, это оказывается сундук. Я у них сейчас сундук заберу. Интересно. Боку-лук. По сути, это первая попавшаяся ветка, к которой привязали бечевку. Ну, я понял. Смена лука. А, как сложно. Достаньте лук, удерживайте это, выберите это. Хорошо, давай. Вот я достал лук. Угу, все. Короче, этот лук 4 дамага наносит, этот 5. Я лучше буду с этим ходить. Стрелы забираем. Рог забираем. О, щит. Боку щит. По сути, это просто толстый кусок коры с ручкой с внутренней стороны. Ну ладно. Щит. Отлично. Мы теперь можем прикрываться щитом, да? Вот так вот, смотри. Хопа. И я в щите. Ништяк, у меня теперь есть дубина и щит. Тут вот у них какая-то фигня. А, это свалка. Я по свалке хожу, я думал, я тут что-то могу взять. Тут у них костер. Дубину поджег. Вот, блин. Идиотина. Я не хочу ее поджигать. Потуши ее. Выкинь ее нафиг. Только не в траву. Подожди, не-не-не, только не в траву, а то подожжешь еще, не дай бог, что-нибудь. О, в кости кидай. Вон туда. Потуши! А, надо вода. Вода. Где вода? Вон туда кидай. Давай, туши! Фух, слава богу, потушил. Сейчас заберу. Смотри, я валун могу поднять. Взял валун. Там какой-то жучара был. Надо было его схватить. Так, давай попробуем его сюда положить, на этот костер. Ладно, хорошо. Пойдем открывать сундук. Ну что, сундук? Ты такой светящийся и злобный, что ты нам покажешь? Походный меч! Нормальное оружие, наконец-то! Такие мечи используются по всему Хайрулу. В основном для защиты от диких зверей. Против монстров нужно оружие понадежнее. Да пофиг вообще, мне и такой меч пойдет. Достаем щит. Достаем меч. И просто боец. Боец, бомжар, боец. Короче, пока мы у костра, надо приготовить себе яблок, конечно же, грибов. Ух ты, сколько я себе наложил в руки. И все это приготовить, давай, бросай. Я сейчас суп, что ли, сварю? Нифига себе. Что это? Грибы с фруктами, я сейчас себе суп сварил, ты прикинь. Я даже не ожидал, я думал, я их пожарю. Яркое блюдо, которое запоминается благодаря необычному сочетанию ароматных грибов и сладких фруктов. Я даже не знал, что если я это туда вкину, я что-то сварю вообще.
Чтобы узнать, из чего состоит блюдо, найдите его в сумке и выберите в меню состав. Я еще могу и состав предметов изучать. Здание в виде камня, но там есть проход. Замурованный проход. Давай прыгнем в воду. Вот так вот, с разбега. Сейчас. Возьму разбег и как прыгнем. Опа! Круто. Так, а занырнуть я могу? Нет, занырнуть я, походу, туда не могу. И там ничего любопытного нет. И кажется, у меня сейчас выносливость закончится, и я сейчас... Ой, что сейчас? Сейчас, давай. Доплыви сюда, доплыви. Да ладно! Реально утонуть могу здесь? Фух, ну слава богу, хоть отсюда. Все, я понял, все, воду нафиг. Нафиг надо. Святилище Уман-Ау. Тут какой-то барабан есть. По-моему, сюда нужна какая-то печать. Или типа какой-то местный КПК. Который ты приложишь, и она откроет вот эту штуку. Загадка. А, подожди, смотри, какие блоки тут. Двигать я их не могу, они очень тяжеленные. Ящерка. А ну стой. Стой. А, спряталась. Смотри, это болото. Кстати, а может на болоте? Там вон сундуки. Это, короче, испытание. Челлендж. Но сперва мне нужно восстановить свое ХП. Жареную ножку отведаем. Идем мы, короче, с тобой к этим сундукам. Капец. Знал бы я, что в болоте можно утонуть. Ну, в принципе, где моя логика? Понятное дело, что в болоте можно утонуть. Он тебя засосет нафиг, как в трясину. Разбег. Какого лешего ты нож достал? Ушастый идиотина. Нет. Короче, так не получится. Уже два раза утопился. С разбега тоже не получается. Эх, последние яблоки с грибами доедаю. Прикинь, короче, я сейчас взял меч в руки и случайно ударил им. Я, оказывается, косить траву тут могу еще. Ты прикинь, я еще и косила травы. Смотри. Смотри, трава как косится. Путь себе расчищаю. Офигеть можно. Просто какая механика в этой игре. О, лови ее. Бодрый сверчок. Я поймал сверчка. Мы при помощи этого сверчка сварим зелье. Вот и покосил траву. Не жадано, не гадано. Может какую-то... мостик здесь сделать? Слушай. Коробки. Бочки. Точно, а что если мы бочки возьмем? Сейчас бочки сюда притащу. Бегу я, короче, за бочками. Смотри, что там наверху нашел. Какая-то странная фигурина из дерева. Дай-ка поднимемся. Какая-то фигня закопанная, короче. По-моему, это тоже механизм. Хотя, смотри, там внизу он что-то есть. Так, спустимся сюда. Что тут? Что это такое? Опа! Давай смотрим. Вставьте камень Шика. Есть у меня такой, сейчас ставим. Ну что ты пялишься туда? Давай, вставляй уже. Подходит все. Ничего себе. Камень Шика принят. Активация башни Шика. Внимание, возможно, легкая тряска. Да вообще пофиг. Ой, мамочки. Нифига себе, легкая тряска. С ног свалила. Ядрен батон. Сейчас вот эта фигулина. Белочки, бегите! Бегите, щемитесь! Что я натворил вообще? Аж свиньи в шоке. Вот это башня. Они активировались по всему миру? Ты глянь. Ёшки-матрёшки. Вот это технологии. Давай, поднимай свою пердулю. Башня Плато. А как мне теперь отсюда спуститься? Здесь как бы, наверное, лифтов-то и не предусмотрено. Запуск передачи геоданных. Окей, я понял. Неужели у меня теперь нормальная карта будет? Смотри, как данные собираются. А, эти данные сейчас, походу, капнут мне на КПК? Отлично, заморал мой КПК. КПК мне почистил быстро. Чё, всё, КПК сдох?
Они фурочат что-то. Ну да, точно, мы карту открыли. Блин, нифига себе она огромная, а там еще и другие части карт есть. Вот это мир. Загружена карта местности, спасибо тебе. Отдайте мне, пожалуйста, мой КПК. Спасибо. Надо придумать, как отсюда слезть. Черт подери. Вспомни. Че вспомнить? Вспомни. Опять этот голос. Вспомни, Линк. Ты долго спал. Ты спал целых 100 лет. Когда зло обретет свою истинную силу, наш мир погрузится во тьму. Это что за демон из унитаза выбрался? Впустите его обратно и смойте. И потому, пока еще не все потеряно, спеши. Спеши. Да спешу я, спешу. Дайте мне только напарника, у кого списать можно. В путь с камнем Шика. Выполнено. Шикадам, выполнена миссия. Я так понял, там теперь эти демоны вокруг этой башни летают, да? Хорошо, я понял. Вызовите мне, пожалуйста, лифт. Можно я как-то отсюда спущусь и... Капец, я высоко взобрался. Свинтусы! Можно было бы на них спрыгнуть, а? Я царь горы! Прикольно. Блин, какой же огромный мир просто, ты глянь. Есть зима, пустыня, леса, города, вон там летающая тарелка инопланетная. Хорошо, вот это, наверное, лифт. Встаем сюда. Нет, это нифига не лифт. Да блин, а как отсюда спуститься? Я... А, вон лестница есть. Или это лифт? Я все надеюсь на лифт? Слезть. Хорошо, давай попробуем. Опа. Вон оно как, это все тут сработано. Прыгай отсюда нафиг. Да, размечтался я, конечно, о лифтах. Вот таким вот макаром сюда залазить и слазить. Вроде бы тут такие огромные машины, механизмы. А до лифтов и не додумались. О, смотри, как я могу, прикольно. Хопа, от стенки к стенке. Кстати, надо... Прыгай отсюда, то ты сейчас упадешь, блин. Не понял. Дедуля? Ты крутой, я хочу такую же штуку. Ну и ну, вот так дела. Высокие башни, одна за другой, выросли из земли прямо на глазах. Похоже, силы, дремавшие в земле королевства Хайрул, пробуждаются. Позволь спросить, что произошло на башне? Я слышал голос. Голос, значит. Ты узнал этот голос? Нет. Очень жаль. Полагаю, ты хорошо разглядел тот ужас, что витает над замком. Ну да. Это бедствие Ганон. Воплощение древнего зла. Дедуль, а что с ним делать-то? Как бороться? 100 лет назад он превратил королевство Хайрул в руины. Он появился из ниоткуда, сжигал селения, губил все живое на своем пути. Замок Хайрул, символ королевства, стал для него ловушкой, но в любой миг он может вырваться на свободу. Я чувствую, что это скоро произойдет. Это плохо. И мне придется спасать весь мир, да? Мне кажется, ты хочешь пойти в замок, я прав? Ну да, хочу. Я так и знал. Но мы с тобой на высоком плато, с которого не просто спуститься. Офигеть, вот это плато. Если попробуешь спрыгнуть, можешь быть уверен, ты разобьешься. Вот, если бы у тебя был планер, как у меня, так дай мне его, а? Он мне тоже понравился. Хо-хо-хо, с радостью. О, нифига себе. Добродушный дедушка. Но в этом мире ничего не дается просто так. Ты должен кое-что сделать. Ну вот. Ты получишь планер в обмен на сокровище, которое находится неподалеку. Новое задание. Заброшенное плато. Иди за мной. Окей, дедуль. Веди меня.
А чё так медленно? Дедуль, беги побыстрее. О, чёрт. Теперь путешествуй с этим стариканом. Мы пришли. Твой фонарь так гремит. И чего? Чего ты мне хочешь показать? Там он НЛО, вижу, летает. А, вон там сокровище. Возле него мы бегали, мы туда хотели попасть. А вернулись мы, кстати, за бочками. Чтобы достать там два сундука. Дедуль, ну я тебя понял. Окей, я достану эти сокровища, попытаюсь как-то их достать. О, эта штука заработала. И мне кажется, что сюда подойдет наш КПК. Осмотреть. Ну да, действительно. Завелась машинка. Камень шика принят. Здорово. Это какой-то лифт. Слушай, мы сейчас туда отправимся, но сперва я хочу сбегать в лес и собрать немножечко грибов и яблок. Кто знает, что нас будет ждать в этой пещере. Короче, это капец. Я запись забыл включить, ты прикинь? Дырявый мой голова, болтал сам с собой, не для тебя. Я, короче, встретил деда. Ну, уже потемнело, я пошел в лес, нашел там птицу, поохотился на птицу, встретил кабана, попытался на него поохотиться, но он падла шустрый. Убегал от меня, даже когда я присаживался, вот так вот и крался. В общем, не получалось мне кабана поймать. Потом я в лесу увидел нашего дедулю. Прикинь, спрятался в лесу. Говорит, у него спина распалилась. Развел там костер ему, и он казан достал. Ну, и я там наварил, смотри, что себе. Короче, сделал грибы с мясом, это, короче, шашлык. Потом сделал просто шиш-кебаб, это обычный шашлык на шпажке. Ну и, конечно, приготовил себе еще вареных орехов. Вот. Мы с дедулей посидели, поболтали у костришка до утра. Ну и вот, собственно, настал рассвет. И мы бежим с нашей едой в нашу сокровищницу. Вон она светится. Ну что, я, в принципе, пришел. Я готов. Осмотреть. Ой-ой-ой. Чего? Это ж лифт!